Добрый день, уважаемые коллеги. Для меня большая честь быть здесь, и я хотела поблагодарить вас за само приглашение и за возможность высказать свое мнение как нейроморфолога об опухолях центральной нервной системы. Как вы знаете, текущая классификация вышла год назад, в мае 2016 года. И текущая классификация – это некий живой организм. Конечно, она далеко не совершенна, и что-то в нее добавляется, а что-то исчезает. И я хотела обратить ваше внимание, что это именно предыдущее, переизданное, дополненное, улучшенное издание. Это ни в коем случае не следующая редакция, не следующее пятое издание. Итак, что же изменилось в классификации по сравнению с предыдущими? Если ранее основным принципом, исповедовавшимся в классификации, была гистологическая диагностика, возраст и локализация опухоли, то теперь мы должны думать о совместной гистологической и молекулярной диагностике. Впервые добавлено не указанное иное, то есть вы, классифицируя опухоль, таким образом говорите, что у вас либо нет возможности ее исследовать, как нужно, как требуется, либо вы исследовали, и все равно вы не способны дать ответ. Далее, все глиомы теперь классифицируются на IDH1 мутантный и с диким типом. Для диагностики олигодендроглиом требуется проводить исследование кооперативной делеции 1P19Q. И, наверное, самым важным, самым интересным и, может быть, где-то даже самым спорным по нужности явилось добавление самостоятельных нозологий. Это срединная инфильтративно растущая глиома с мутацией гена H3F3A в варианте K27M и выделение группы эпендимом, RELA-фьюжн эпендимом. Итак, как же мы изучаем опухоли? Да как обычно, первый этап – это гистологическая оценка. И этого вполне хватает, если вы ставите диагноз шванома, менингиома или глиобластома, пилоидной астроцитомы. Да, и для медулобластомы, в принципе, этого тоже достаточно. Треть опухолей требует иммуногистохимической диагностики. В случае медулобластомы мы ищем неблагоприятные амплификации генов МИК, МИКН для анапластической олигодендроглиомы или для дифференциальной диагностики между олиго и астро, мы выполняем поиск кооперативной делеции 1P19Q и надеемся очень, что в скором времени будем способны исследовать опухоли методом секвенирования. Для иммуногистохимической диагностики достаточно для совсем маленького количества опухолей. Прекрасно диагностируется атипическая тератоидробноидная опухоль, этантер, герминативно-клеточные опухоли, лимфомы. Для них есть убедительные маркеры. Но что касается детских глиобластом, детских эмбриональных опухолей, эпендимом, особенно супратентериальных, все они демонстрируют, либо это антитела такие в Российской Федерации, либо все эти опухоли действительно демонстрируют смешанный иммунопрофиль и глиальный, имея в своем составе и глиальные, и нейрональные особенности. Сейчас появился метод и хромогенной гибридизации, но, к сожалению, все мы достаточно ограничены коммерчески доступными антителами и пробами. И это достаточно простой метод по типу иммуногистохимии, выполняется на Вентане. И для наших медулобластом мы используем и ФИШ, и ЦИШ, и, в принципе, результаты совпадают. Здесь вы видите амплификацию в красном цвете и амплификацию, повышенное количество копий гена МИК в черном цвете. Далее, как же диагностировать гистологические опухоли у детей? Ну, на самом деле, это очень сложный вопрос, и сейчас, в эпоху развития молекулярной диагностики, профессия нейроморфолога становится очень и очень фрустрирующей. Перед вами ряд детских опухолей, которые, на мой взгляд, ну, абсолютно идентичны. Это, здесь видно, что это супратентериальные злокачественные опухоли. И должна честно признаться, что в некоторых случаях из вот этих опухолей диагноз был изменен. Диагноз, первоначально поставленный в ней Бурденко, был изменен после исследования методом
Illumina 450K или Illumina 480K. И всегда ли это объективно, всегда ли у российского патолога есть все возможности для того, чтобы заподозрить правильный диагноз? Да нет, не всегда. Собственно, перепутать пилоидную астроцитому и ангиоцентрическую глиому, ну, это достаточно просто, и, к счастью, это не влияет на протокол лечения. А вот перепутать медулобластому и глиобластому ствола – это очень и очень печально. Так же, как и перепутать хориоидкарциному с имеющей эпителиальную дифференцировку с эмбриональной опухолью – это, к сожалению, неприятно, но приходится признавать свои ошибки. Но даже классификатор Illumina не всегда способен дать нам точный ответ. И нередко мы получаем репорты с тем, что данная детская супратентериальная опухоль, она просто неизвестна Illumina. Но я надеюсь, что все впереди, и чем больше мы будем исследовать опухолей, тем лучше будем их знать. И каким же образом мы могли бы исправить или улучшить ситуацию, чтобы из нашей лаборатории исходили более верные диагнозы, особенно это касается детских супратентериальных опухолей. Прежде всего, можно начать с исследования мутаций и слияния генов. Эти гены уже давно предложены, исследованы. Для них даже предложены иммуногистохимические антитела, которые, к сожалению, не всегда работают. И исследовав эти гены, мы можем не только высказаться о диагнозе, но и предложить онкологам путь к таргетной терапии или ожидать ответа на лечение от той или иной опухоли. Кроме того, исследовать можно ведь не только прямым секвенированием. Можно в некоторых случаях, например, для исследования гена BRAF, мутации гена BRAF или для исследования MGMT будет достаточно и полимеразной цепной реакции. Это позволит дифференцировать глиомы, эпидемомы и эмбриональные опухоли. Также это позволит стратифицировать медулобластомы по группам риска. Кроме того, это предохранит вас от излишнего лечения опухолей с germline P53 мутацией. Следующий этап – это переход от прямого секвенирования по Сенгеру к панельному секвенированию. Это слайд, который предложил Андреас фон Даймлинг в Кёльне в прошлом году на съезде патологов. Как вы видите, для опухолей мозга предложена панель из 130 генов, и мы надеемся, что когда-нибудь будем способны делать эту панель и исследовать каждую нашу опухоль так. Следующим этапом правильной диагностики опухолей мы видим создание молекулярной группы в нашей лаборатории. И я должна поблагодарить благотворительные фонды, ведь именно благодаря им у нас уже есть некоторое оборудование, и мы надеемся, что в следующем году из нашей лаборатории будут выходить диагнозы согласно классификации, то есть с полностью исследованным мутационным статусом опухолей. Здесь контакты, если у вас остались какие-то вопросы, вы всегда можете связаться со мной, и если вы заинтересованы приобрести, эта книга уже стала нам настольной, на самом деле там очень много ответов. Каждый раз перечитывая, можно найти все больше и больше. Либо, если вы вдруг хотите пройти обучение в Бурденко, вы можете связаться вот с этим человеком, это контактное лицо. И мы уже принимаем сотрудников и ФНКЦ, и РНЦРР, и рады сотрудничеству. И я благодарю вас за внимание. Спасибо большое, Мария Владимировна. Есть ли какие-то вопросы? Ольга Григорьевна. Конечно, морфология и тесный контакт и сотрудничество с вами это доставляет большое удовлетворение. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, если мы имеем недиагностированную гистологически с помощью иммуногистохимических, молекулярных методов, Illumina, что вы можете предложить в этом случае для точного или хотя бы, ну, как бы для диагноза в этих случаях?
Ольга Григорьевна, спасибо за вопрос, очень интересный. Мне кажется, если Илюмина не ответила, ну, можно просто не лечить эту опухоль, она так и останется неотвеченной. Всего лишь впечатление морфолога в этом случае могу вам предложить, и все. Ориентироваться на МРТ, на клинику. Спасибо.